В Ульяновской области отремонтировали порядка 40 километров региональных автодорог. По национальному проекту в этом году на безопасные и качественные дороги заложено свыше 7,5 миллиардов рублей. Сейчас ремонтные работы продолжаются на 14 участках областных дорог. Их протяженность более 80 километров. От графика подрядчики не отступают. Продолжается капитальный ремонт мостовых сооружений сразу в 7 районах. Запланированный объем работ выполнен более чем на 30%. Как отметили в профильном ведомстве, Ульяновская область получила опережающее финансирование – более 2 миллиардов рублей. Большую часть из них направят на обновление дополнительных участков дорог регионального значения. Это более 75 километров асфальтового полотна. До конца июля для этих работ определят подрядные организации и заключат контракты. А до конца октября ремонт этих участков обещают закончить.